Здравствуйте, магазин Лючит серебряные украшения. Сегодня у нас вот такая подборка с черным агатом. По сути, камень агат имеет огромное количество цветов, но мы сегодня решили воспользоваться вот таким моментом с черными агатами. Иногда бывают ситуации, когда вам нужно подчеркнуть свою важность, значимость. И в этой ситуации как нельзя лучше сыграет, наверное, черный цвет, придаст облику такой строгости немножко. А украшения добавит женственности и мягкости. И черный цвет прекрасно сочетается с белым цветом серебра. Значит, агат переводится с греческого как добрый, счастливый. И черная его разновидность еще называют магической. То есть он использовался как оберег и талисман. Но мы отойдем от этого и будем просто наслаждаться украшениями. Первый на повестке дня у нас сегодня вот этот артикул 13506 и серьги к нему с артикулом 43506. Посмотрите, здесь у нас идет кабошон из черного агата. Вот, кстати, когда я рукой провожу, видны вот эти вот переходы цвета. Это говорит о том, что он у нас натуральный. И вот такой вот орнамент по краюшку. Кольцо достаточно высокое и тяжелое, поэтому, чтобы не заваливалось, сделан вот этот овальчик, да, чтобы оно четко садилось на пальчик. 19,5 я померю на 19,5, хотя размер кольца 20. Вот оно мне село, чуть-чуть, видите, у меня заваливается, потому что ну прям свободно. Хотелось бы поплотнее. Но мне кажется, очень эффектный комплект, при том, что он такой крупный и, казалось бы, должен выглядеть тяжело, да? Но вот эти боковые вот узоры, мне кажется, дают такой нежности и ажурности. Посмотрите, прекрасно совершенно дополнит любой образ и заявит о вашей важности в данной ситуации. Следующий комплект тоже черный цвет смягчается вот таким ажурным рисунком. На сайте мы смотрим артикул 43587 и 13587. Видите, здесь у нас получается плоский вот этот агат-камушек, загружен в такую двойную раму. Опять же, с тыльной стороны овал, который хорошо сажается на пальчик, 17,5. Я сейчас посадила на 17,5. И серьги у нас с обыкновенной английской застежечкой, подвесные. Обращу ваше внимание, что серьги у нас здесь могут работать в двух ситуациях. То есть вы можете посадить их на ушки так, чтобы они были ближе к лицу черный цвет, или когда вам захочется, наоборот, серебряной частью, да, к лицу. И будет несколько разная интерпретация такая. Дальше мы смотрим следующий комплект. Он у нас тоже круглой формы, завальцован в серебре. С тыльной стороны, видите, такой сделан четырехугольник с цветочным орнаментом. Размер 20. Колечко у нас, шиночка расходится на 2, поэтому я думаю, нет, 20 все-таки лучше брать на 20. 19,5, вот как бы мне прям совсем свободно сел. И в такой же классике выполнены серьги. Просто два больших черных блина в гладком серебряном, гладкой серебряной окантовке. К этому комплекту у нас завод уже выпустил, посмотрите, подвесочка. То есть, в принципе, опять никто не говорит, что надо покупать сразу 4 изделия, но как вариант его иметь очень хорошо. Когда-то вы одели серьги, когда-то, например, конго и кольцо с подвеской. То есть вот такой вариант вас будет всегда порадовать себя, да? Дальше один из моих, наверное, любимых комплектов. Мы уже смотрели его с перламутром, а сегодня посмотрим с агатом. Артикул на сайте мы смотрим 13212 у кольца и 43212 у серег. Здесь у нас, видите, такой ажурный постамент серебряный. Вот этими крапанами такой в форме полукруга закреплен кабошон. И по размеру 18,5, ну, мне кажется, ну, да, на 19,5 я, конечно, не смогу. На 19 этот комплект. Вот на 17,5 он мне великоват. Посмотрите, шикарный какой перстень. И вот этот квадрат в посадке, конечно, серьги похожи на колечко, английский замочек. Комплект просто само очарование. Причем в каком бы цвете вы его ни посмотрели, посмотрите, как великолепно он смотрится. Дальше еще один интересный комплект. Тоже один из любимцев завода Невский. Значит, артикул на сайте мы смотрим 13276. Он у нас сейчас продается как по отдельности, так и комплектами. Вот такое колечко, стилизованный здесь человечек, да, такой. Называется комплект Мане. Очень интересно, шинка у этого кольца сделана. Видите, она сделана неровным краем, чтобы выемка от кольца, сейчас мы померим, 18, мне придется на 17,5. Или, ну вот, 18, да, на 18,5 туго. На 17,5 придется мерить. То есть она садится как раз в разрез
пальчик. Это выемка, чтобы кольцо плотно и ровно сидело на пальце. Дальше сережки с английским замком. Обратите внимание, тыльная сторона швензы приподнята, чтобы сережечка не заваливалась. Смотрите, вот такой интересный комплект. И к нему также есть в наличии подвеска. Вот такая красота черного агата. Зачаруешься тут, уж забудешь про все на свете. Конечно, тут и магия, и талисманы, все что угодно. Еще одна очень интересная работа, также от завода «Невский». Артикул на сайте мы смотрим 13277. Очень жаль, что к этому комплекту нет серег, а есть только подвеска и кольцо. Но работа от этого не стала менее значимой. 17 размер кольца. Здесь шинка в виде обручалки. Поэтому я думаю, что да, на 17,5 мне перстень сел превосходно. Достаточно крупное. Видите, кольцо прямо на полфаланги мне. И такая же подвесочка. Ой. Захотела к своей хозяйке. И смотрите, подвесочка. Я думаю, что любые бескаменные серьги можно сюда совершенно спокойно одевать, серебряные. Это будет великолепный комплект в таком варианте. И дальше интересная такая модель. У нас заканчиваем мы Гемсильвер или ИП Казаков. Размер колечка 20. Этот комплект у нас называется «Долина». Интересен он тем, что у нас здесь агат с вами граненый. Не так часто бывает в огранке черный агат. Видите? Какой красивый блеск он дает. Размер у нас кольца 20, буду мерить на 19,5. Вот такой вариант. И серьги к нему с обыкновенным английским замком. Великолепная посадка, так как центр тяжести у нас идет четко на середину крючка. По узору они полностью повторяют колечко. Вот такой, посмотрите, приятное мерцание и переливание. Вот такой вот еще один комплект с черным агатом. Так что получайте удовольствие от черного агата, заходите к вам в магазин, мы всегда поможем вам выбрать изделие.